Жаным, мен келдім. Ой, все время забываю. Дорогая, я пришел. Устала, наверное. Да, дорогой, у меня появилась идея. Что? Тебе нужна еще одна жена. Как тебе такая идея? Что? Что ты говоришь? Извини, Тань, Таца. Что? Тебе нужна еще одна жена. Одна такая женушка. Можно две, три, четыре, пять. Они ж как мультиварка. Три в одном все делают. А я сижу, отдыхаю. Зачем? Ну, дорогая, ну, я ж только от тебя люблю. Ты же у меня одна единственная любимая, ненаглядная. Ну, в принципе... Ну, милый, у нас будет столько времени проводить вместе. Ты знаешь, у меня есть небольшой списочек, буквально совсем маленький-маленький. Кто может быть на роль, кто может подойти на роль моих вторых, третьих, четвертых, пятых, шестых, седьмых и так далее жен? Это соседка с первого этажа, соседка со второго этажа, соседка с третьего этажа. Так, на четвертом ремонт. Твоя подруга Камила? Твоя подруга Камила, сестра твоей подруги Камилы, девушка с пасынного сна. Сестра? Сестра сестры подруги Камилы. Сестра сестры подруги Камилы, сын нағашысын, жиенін, қарындасы.